Лиза, привет. Лиза, я такую офигенную еду готовлю. Реально, пахнет просто офигенно. Ваше здоровье, дорогие. Я вчера за долгое время сходила куда-нибудь, сходила в Мяту, выпила пиво и все. И привычка моя, моя любовь к пиву вернулась. Спасибо. Она еще готовится. Реально, там даже выглядит просто сказка. Диана, привет. Я знаю. Блин, а я не лагаю, скажите мне, пожалуйста, потому что очень плохой интернет, Wi-Fi закончился. Блин, честно, я задумывалась над этим, или вот как сейчас, типа, в пижамном стиле платье, какое-нибудь нежно-розовое. Либо, может быть, даже не платье. Спасибо. Может быть, даже не платье. А какой-нибудь костюм с шортами или с юбкой. Блин, я, наверное, если я сейчас найду, как это делать? Так, это не то. Блин, и, короче, я не знаю, как это сделать. Короче, я выложу себе в историю. Платье, вот, оно просто, оно описание меня, я вам серьезно говорю. Оно просто вот идеально бы подошло мне. У меня такое беленькое, легенькое. Блин, мне сейчас напомнили, я как раз поеду в Минск, и, может быть, его себе куплю. В Заре много таких платьев. Завязочки всякие, такие рюшечки. Вот, чисто девичье платье. Вот. Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Знаете. Как у вас дела, рассказывайте? Что там еще писали? Привет, Настя. Спасибо. Я не могу почему-то посмотреть, кто у меня в эфире сидит. У меня вообще какой-то... Спасибо. Лаганутый интернет. Ну, люди сидят, ничего не пишут. Почему? У меня какие-то черные брови. Мне сегодня сравнили с этим. И разные почему-то. Короче, у нее было 2 минуты, чтобы краситься. Где-то так называется. Я должна стрелки красить. У меня и без стрелок все хорошо. Какие дела? Блин. Что сделать, если меня не грузят просмотры? Привет, Ксюша. Я ответила пафосно. В каком месте? Странно. Очень. Спасибо большое. Я не видела, что там писали. Продублируйте, потому что у меня что-то не все грузит. Привет, Лера. Нет, ты задала вопрос, почему... Чё, ты стрелки не красишь? Во-первых, как я могла на это
как я должна была на это ответить и почему я должна их красить. Где? Дома. В соседней комнате. Как-то так. Ладно, короче, я пошла доставать еду, потому что у меня сейчас все.